Смотрите, пользуясь тем, что я уже принадлежу к числу почтенных выпускников, да. Сказать несколько слов. Я хочу поздравить от всей души коллектив музыкальной школы с тем, что вот вам удается сохранять такую атмосферу добра в школе, такой любви. Вот я думаю, что именно поэтому сегодня пришло столько учеников, ваших выпускников с огромным чувством благодарности вам и радости. Вот это все для вас награда, так же, как для любого учителя, так же, как для меня. Но я давно работаю с детьми, и последние лет 15, дай бог не последние, мой репертуар составляет исключительно детские песни. Поэтому я абсолютно не претендую на то, что вы будете кричать «Браво!», как всем предыдущим исполнениям, потому что дети, ну, просто огромные молодцы. Такое разнообразие, такой уровень. Я вас поздравляю с тем, что ваши выпускники сохраняют профессиональные навыки. Это значит, что это очень здорово преподнесено все. И я надеюсь, что вот та песня, которую я для вас исполню сейчас, вызовет у вас добрую улыбку. Мы следим.